В повестке дня 9-го заседания Совета депутатов было 4 вопроса. Среди них о внесении изменений в положение о Комитете по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково. Необходимость внести правку в документ возникла в связи с тем, что изменилось местонахождение комитета. Теперь его адрес – Щелково, улица Свирская, дом 14, помещение 6. Также депутаты рассмотрели вопрос об изменении принятого в 2017 году перечня муниципального имущества. Благодаря этому разрушающееся нежилое здание в деревне Серково арендатор сможет приобрести, отремонтировать и вдохнуть в него новую жизнь. Одним из основных вопросов заседания стало утверждение плана работы Совета депутатов городского округа Щелково на 2020 год. Одним из главных вопросов это был план работы, который мы утвердили, и он достаточно емкий, включает в себя много вопросов, касающихся нормотворческой деятельности, внесение изменений предусматриваем в устав, другие нормативно-правовые акты, а также, естественно, информационная деятельность. В целом включен в план работы и планы работы и комиссий. Вот. Ну, все жители, естественно, могут с ним ознакомиться на сайте Совета депутатов. Также на заседании депутаты наградили благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд и профессионализм в работе заместителя директора 16-й школы Андрея Курьякова, учителя математики 11-й школы имени Титова Варвару Буланову и почетной грамотой главного врача компании «Ваш доктор» Игоря Попова. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.